А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об итогах проделанной работы. За прошедшую неделю жители городского округа за помощью в полицию обратились 1600 раз. В результате возбуждено 30 уголовных дел, 25 раскрыты по горячим следам. На дорогах округа произошло 194 ДТП, пострадало 3 человека. Пожарные выезжали по сигналу тревоги 38 раз, ликвидированы 8 пожаров. Пожары произошли один на территории частного жилого сектора, второй пожар произошел на автомобильном транспорте в результате ДТП. Третий пожар – котельная мебельного цеха и пожар в квартире жилого дома на 22 этаже. Также пострадавших нет. В службу 112 поступило больше 4500 обращений, касающихся работы скорой помощи. Чуть больше 2000 связаны с работой полиции и ГИБДД. В единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа за неделю поступило 6489 обращений. Из них по вопросам электроснабжения 529, водоснабжения 968, 1113 обращений связаны с работой центрального отопления, 393 с обслуживанием домов придомовой территории, 22 с освещением подъездов и дворов. 1975 обращений касались работы МОСОБЛЕРЦ. Об эпидемиологической обстановке рассказал главный врач Люберецкой областной больницы. На сегодняшний день заболевших в городском округе Люберцы 2505 человек, госпитализировано в стационары 315, из них в лечебные учреждения городского округа Люберцы 147, в другие медучреждения Минздрава Московской области 168 человек. На домашнем лечении находится 915 человек, выписаны и долечивание дома 1123 человека. С территории округа вывезено 28219 кубометров твердых бытовых отходов. Для качественной работы региональный оператор закупил 648 пластиковых контейнеров для сбора мусора. Все они расставлены на специализированных площадках. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.